Ребят, привет! Вот сейчас вам сниму небольшую инструкцию, как резать помидоры, зимние помидоры. Вот смотрите, я недавно раскошелился, купил себе один помидорчик. Смотрите, насколько он вытянул. 17-18 гривен, 222 грамма. Вот даже по штрих-коду видно, да, 222 грамма. Значит так, отдираем этикеточку. Выкидываем ее. Потому что, да, пакеты, как вы знаете, загрязняют мировой океан, поэтому уже мы их так не расходуем, как раньше. Там я не парился, приходил в АТБ, отматывал себе сколько надо и шел домой. Вот ложим помидорчик, делаем сначала вот такой разрез вертикальный и потом вот так вот. Так, что ж такое, одной рукой неудобно. Вот смотрите, серединка. Ни запаха, ни вкуса, ничего нет. Ну что вы хотели, зимние помидоры, они такие. Вот, о. Посмотрите, вот такой надрез. Ровный, ну прям хирургический. Так, ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.